Всем привет, народ! Итак, сегодня я поделюсь с вами маленьким таким способом, как же все-таки возможно работать с ноутбуком, на котором установлен вот такой вот интересный чипсет HM70, который работает якобы только с процессорами Pentium и Celeron, но, как видите, у меня установлен Intel Core i5 3340M. Он абсолютно прекрасно работает, работает Turbo Boost и все его функции. Также я использую очень часто вот такую вот плюшку для записи, которая называется QuickSync. Вот. Она тоже прекрасно работает на данном ноутбуке. В чем же заключается прелесть? Я думаю, все, кто проапгрейдился или читали форумы, знают, что на чипсете HM70 любой процессор i-серии имеет такую штучку интересную, что у вас будет ноутбук просто тухнуть. Причем тухнуть, как будто бы его выдергивают из розетки. По таймеру ровно 30 минут. Как же мы будем работать на таком ноутбуке, скажете вы себе. Ну, я уже немножко привык, уже пользуюсь одну неделю им так. Использую я режим сна, как правило. Но когда иногда просто забываешь про то, что нужно нажать кнопку и усыпить его на 5 секунд, потом пробудить заново, и таймер этот сбросится. Я рылся на просторах интернета, нашел вот такой вот интересный виджет, который нам позволяет засовывать наш ноутбук в гибернацию, либо в ожидание по таймеру. То есть мы выбираем, в нашем случае это 28-29 минут, все зависит от того, как быстро включается ваш ноут. И ставим галочку «Повторить». То есть мы спокойно работаем за ноутбуком, либо играем что-нибудь. Он у нас усыпает. Усыпает, не знаю, лично у меня очень быстро, буквально 3-4 секунды, просыпается вообще моментально. Ну, благодаря моему конфигу, само собой. Конфиг у меня получился вот такой, 12 гигабайт оперативки, хай подкачки отключен, ну, наш процессор 5, Win 750, там. Обычный HDD, не SSD. При таких настройках, в принципе, я считаю, что данным ноутбуком можно пользоваться. Грейдить мост я не собираюсь, это слишком рискованная процедура и еще и дорогая в придачу. То есть наш виджет называется Auto Shutdown Restart. Отличная вещь. В принципе, все. Вот. Так я с вами поделился, как можно все-таки работать с любым процессором i7, i5, i3 на вот этом вот голимом чипсете HM70. Все. Всем спасибо. И удачи.